1 апреля состоялось торжественное подведение итогов недели детской книги. Это всероссийское мероприятие, целью которого является популяризация чтения среди школьников. В этом году празднику «Неделя детской книги» исполняется 70 лет. Мероприятие традиционно проходит в дни весенних школьных каникул. Начало этой традиции было положено в далеком 1943 году, когда в тяжелое военное время известный писатель Лев Кассиль подарил детям настоящий книжный праздник. Посвящен столетию со дня рождения Сергея Владимировича Михалкова. Ребята к этому дню постарались, нарисовали рисунки, выучили стихотворения, со сцены мы тоже много чего увидим. Мне очень это все нравится, потому что когда вокруг столько детей, и все они читатели, мы точно знаем, потому что случайных здесь нет. Это все приглашенные наши читатели. Награждать лучших мы обязательно будем, но вот это вот все наши ребята. Во дворец пришли свыше 400 детей со всего Копейска, самых читающих ребят. Зал Дома культуры был полон до отказа. В течение торжества ребята с удовольствием отвечали на вопросы преподавателей, участвовали в интеллектуальных играх, наблюдали за выступлениями и читали стихи. Есть душистые втирания от укусов комаров, есть микстура от чихания, проглотил и будь здоров. Есть микстура от мигрени, но нельзя сказать врачу, дайте средства мне от лени, от могу, но не хочу. Хорошо бы это средство поскорее изобрели, чтобы все, летя из детства, принимать его могли. Главной целью проведения недели детской книги – это приобщение ребят к чтению и привлечение в библиотеки города.